Здравствуйте, в эфире канал 16, информационная программа, в студии Олег Азаров. Смотрите сегодня в выпуске. Миф и реальность. Выживут ли учреждения культуры в условиях кризиса? Этот и другие вопросы обсудили на конференции закрытых городов. Межрегиональный пленэр. Художники пишут сарое в золотую осень. Бегом к здоровому образу жизни. В сарое прошел традиционный кросс нации. Далее обо всем подробно. Развитие культуры в кризисных условиях, сохранение накопленного потенциала, использование новых экономических технологий, материальной поддержки гуманитарной сферы. Вот лишь некоторые темы конференции работников культуры городов ЗАТО. Культура в закрытых городах – отдельное явление на постсоветском пространстве. Оно развивается и живет по своим законам, конечно же, не в отрыве от большой земли. Эта мысль была главной на конференции сотрудников учреждений культуры ЗАТО. Несмотря на то, что закрытые города расположены далеко друг от друга, существует хорошее взаимопонимание между работниками сферы культуры. Ее основная задача сегодня не столько влиять на человека, как потребителя услуг, сколько воспитывать четко ориентированную личность, осознающую важность таких основ, как родина, семья, вера. В Сарове мы путь к тому, что люди стали говорить: я русский, я православный, я гражданин Российской Федерации, уже в большей степени прошли. Это очень серьезная задача, это очень серьезный вообще вызов. В Саровском технопарке конференции руководителей работников учреждений культуры ЗАТО проходила с 16 по 21 сентября. Центральная тема форума – пути реализации основ государственной культурной политики. Организовано мероприятие при поддержке Росатома. В следующем году сотрудничеству Министерства культуры и госкорпорации исполнится 10 лет. В 2007 году придумали проект 10 плюс 10. Это серия фестивалей, конкурсов, попытка соединения 10 ЗАТО плюс 10 АЭС. И все это вытекло, собственно говоря, в программу в 2008 году, которая называется сейчас «Территория культуры Росатома». В работе конференции приняли участие более 60 руководителей департаментов и учреждений культуры 10 городов ЗАТО, в том числе Снежинска, Лесного, Озерска, Железногорска, Сарова, Новоуральска. Общение, оно должно быть во всех сферах. И то, что организаторы сферы культуры городов ЗАТО вместе с госкорпорацией Росатом собираются вместе, чтобы обсудить сегодняшнее состояние дел, перспективы, направления, вопросы, может быть, трудности, которые возникают. То есть этот диалог, безусловно, будет интересным и конструктивным. Сейчас многие эксперты в области культуры отмечают: клубные объединения в стране в настоящее время переживают кризис. В кружки массово, как раньше, не идут, да и с финансированием возникают трудности. В закрытых городах все далеко не так. Вот пример Снежинска. У меня есть чем делиться, поскольку город Снежинск, и в нем дворец культуры один, единственное учреждение в городе культуры. Поэтому у меня дворец культуры и еще 5 филиалов, которые находятся в городе, они все относятся ко дворцу культуры. И я являюсь директором клубного объединения. Такой практики, в принципе, в закрытых городах нет. То есть я единственное учреждение, которое имеет еще столько филиалов. Если первая половина конференции была посвящена докладам, то во второй развернулась дискуссия. Как учреждениям культуры выжить в современных условиях? Какие альтернативные направления развития можно применять в закрытых городах? Самоокупаемость культуры – это миф или реальность? Ответы на эти и другие вопросы руководителям из закрытых городов помогали искать столичные эксперты. Я занимаюсь экономикой культуры 17 лет. И зарубежные исследования как бы все подтверждают, что действительно, если мы берем культурный сектор, то вообще в массе своей, в большинстве своем, эта сфера не может зарабатывать деньги. Подробнее о конференции руководителей и работников учреждений культуры закрытых городов расскажем в четверг, 24 сентября в 16 часов 40 минут. 21 сентября в Сарове начался пленэр в рамках программы «Художники России о Сарове». К нам приехали живописцы из разных городов, в том числе Нижнего Новгорода и Москвы. С ними встретилась Любовь Криницкая. Седьмой раз ведущие «Художники России» приехали в Саров на традиционный межрегиональный пленэр. Александр Колотилов, Бату Дугаржапов, Надежда Северина, Сергей Алдушкин и Антон Лобов – эти имена хорошо известны ценителям живописи. Бату Дугаржапов – московский живописец. Он один из самых известных импрессионистов России, член Московского союза художников. Бату не впервые в Сарове. В 2010 году в художественной галерее проходила выставка его работ. А чем вас привлекает наш город? Во-первых, хорошие люди,
Здесь мы подружились с местными художниками, особенно с директором художественной школы Игорем Михайловичем. Ну, здесь проводились коллективные пленэры, потом по 8, по 10 человек. Ну и место святое. С чего началось ваше увлечение живописью? Почему именно масло? Почему такая вот техника у вас необычная, практически сухой кисти? Ну, раньше то состав скипидара другой был. И краски действительно очень вкусно пахли. То есть это отмечают все. И многие пришли через обоняние. То есть мне запах красок понравился. Татьяна Кирюшкина – преподаватель детской художественной школы, член творческого объединения «Художники Саровы». Принимает участие в пленэре в первый раз. После любого пленэра все равно так или иначе вот мастерство растет. Потому что за природой, если стоит натюрморт или еще портретируемый сидит, то ты можешь подправить. То здесь нужно очень быстро все писать. Я пишу довольно-таки быстро и так, но тут надо еще быстрее писать, потому что то туча, то освещенность прошла. Вот был момент вот здесь вот розоватый, я его включила. Вот сейчас я смотрю, прошло каких-то полчаса, и уже этого места, уже его нет. А оно оживляет красиво. Вот, что не просто одинаковое небо. Пленэр, он поднимает мастерство. Анна Городецкая родом из нашего города. Сейчас она студентка Государственного академического художественного института имени Сурикова. Ради возможности поучаствовать в пленэре приехала из Москвы. Вы знали, что будут известные художники? Да, мне рассказали, что тоже будут с кругов съезжаться разные преподаватели. И тоже интересно посмотреть, кто как работает, поучиться, набраться опыта у других художников, которые прошли более долгий путь живописи. Вы у кого занимались в школе? Художественные? Да. У Олега Анатольевича, Татьяны Георгиевны. То есть вы считаете, они много вас научили? Да, очень много. У меня две художественные школы было, и одна в Москве была. Вот, и вы знаете, я, наверное, скажу, что в Сарове очень сильная художественная школа. Пленэры продолжатся до 25 сентября. По итогам, часть работ живописцев будет подарена художественной галерее. В Сарове в 9-й раз прошел спортивный праздник – День бега. Более 5000 горожан всех возрастов собрались на лыжной базе. Среди участников была и наша съемочная группа. В субботу, 19 сентября, на лыжной базе собралось около 5000 горожан. В Сарове в 9-й раз проходил спортивный праздник «Кросс-наций». День бега. Вот что объединило всех. И самых маленьких, только начинающих атлетов. И уже взрослых, опытных любителей спорта. Воспитанники детских садов, ученики начальной школы, средних и старших классов, студенты и все желающие соревновались в этот день на дистанции 500 и 1000 метров. Перед каждым забегом участники активно разминались. Чтобы показать хороший результат, нужно подготовить все группы мышц. Юные спортсмены делали зарядку вместе с воспитателями. Самое главное – это задор педагогу, потому что если педагог активен, если он активно, не то что просто формально уговаривает родителей, проводит занятия, а сам этим занимается, то, естественно, дети заражаются этим настроением. День бега – семейный праздник. Родители всегда остаются главными тренерами и болельщиками. Маленькая Соня со своей мамой серьезно готовилась к соревнованиям. Здесь больше была у нас моральная подготовка, чем физическая. Рассказывали, как это важно, что вся страна побежит, что это такой важный день, что ты будешь первый раз у нас участвовать. Расскажи, пожалуйста, ну как впечатление? Пробежала. Стадиона. Хорошо. С левой стороны. Обогнала кого-нибудь? Да, табличка «Финиш», кого обогнала? Большой надувной, красный знак с надписью «Финиш». Туда будут прибегать. Ребята постарше участвуют в дне бега не первый раз и уже показывают хорошие результаты. Спортсменам из 4 класса лицея номер 3 достались все призовые места. Я думал, что я пробегу самый последний, пробежал первый, сам в шоке. Соревнования завершились стартом взрослых спортсменов. Среди них Юлия Чугунова, студентка первого курса сорфти. Она впервые на дне бега. Я вообще-то из села, поэтому особой возможности заниматься спортом не было, но по мере возможности. Иногда бегала дома, но и в школе, соответственно, участвовала во всех соревнованиях. ФИБ-забег – обязательный пункт программы «Кросса наций». За несколько лет сложился постоянный состав участников, тех, кто со спортом на «ты». Я бегаю. Это самое, наверное,
хорошее занятие для того, чтобы за короткое время, без каких-то там специальных для этого усилий, то есть для этого не нужен зал, для этого не нужны тренажеры. То есть ты выходишь на нашу замечательную природу и пробегаешь километров 5-10, ну, в зависимости от твоего настроения. Для всех желающих на Дне бега работают игровые площадки, где можно посоревноваться в ловкости, меткости и выносливости. И еще День бега – возможность провести время с семьей, друзьями и одноклассниками. После соревнований школьники вместе с родителями продолжили общение на природе. На сайте sarov24.ru можно посмотреть новости, а также другие программы канала 16. Впереди прогноз погоды. Я с вами прощаюсь. До свидания. Во вторник, 22 сентября, в Сарове тепло и солнечное, дожди не ожидается. Днем 24, вечером 18 градусов тепла. Ветер южный 3 метра в секунду. В Нижнем Новгороде 22 сентября также ясно и без осадков. Днем воздух прогреется до 21, вечером 14 тепла. В Москве во вторник переменная облачность, без осадков. Днем 15, вечером 11 градусов.